Я познакомился с ней, это очень интересная история получилась. В какой-то момент, прям не знаю, такое чувство, да, эмоции, прям ты знаешь, что прям какой-то знак свыше, да, тебе то, что нужно что-то сделать, да. Я захожу в Инстаграм, вижу, у него закрытый профиль был, да, вижу ее фотографию профиля, да, там, аватарку. Ну, понравилась девчонка, такая скромненькая, вроде фоткнула. Я написал «Привет», не ожидал, что она ответит, да, сразу же. Она буквально там, не помню, там, то ли через полчаса, то ли через час ответила. И начали общаться. Понравилось то, что она ответила так спокойно, живая, и тоже сразу же такая с юмором, просто, ну, было очень простое общение. Вообще Ариман такой, что он такой с характером. У нас изначально так все сложилось, что были мы друг с другом очень искренни. Вообще, если так на него посмотреть, то он очень жизнерадостный, очень жизнелюбивый. Он очень любит вот жизнь во всех ее красках. У него все как будто в жизни разложено прям по полочкам. У него есть такой здоровый перфекционизм, можно сказать. Доверять, ну, мне, по крайней мере. Вот то, как мы друг друга понимаем, вот это, об этом я, на самом деле, вот очень мечтала, чтобы найти такого человека. Она действительно, вот по первому взгляду, понял, что она простенькая, да, на общение, то есть нет никаких там понтов, да, можно сказать. И так и на самом деле получилось. И наши точки зрения, там, мысли, все совпадало, то есть идеально. У нас вообще, ну, так скажем, ничего общего нет, кроме как нашей профессиональной пути, да? Ну, как так вышло, что мы вот так вот настолько друг друга дополняем, настолько хорошо друг друга понимаем? Мне кажется, вот мы из одной масти, да, можно сказать. Как она появилась, честно говоря, в моей жизни, то жизнь, она, ну, новые краски обрела. Ну, с ним всегда интересно. То есть любой такой момент жизни, да, вроде кажется, это что-то обычное, но когда это происходит, когда он рядом, то это кажется что-то вау. Если